Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в студии секретарь Симбирского епархиального управления иерей Роман Солодко. Здравствуйте, отец Роман. Здравствуйте. Буквально вчера в Ульяновск прибыла икона, Жадовская икона, Казанская икона Божьей Матери. Вот у нее очень богатая история. Она помогала еще жителям Симбирска, Симбирской губернии, продолжает помогать православным христианам Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, о ней и где она будет находиться в Ульяновске? Ну, почитание казанского образа Жадовского иконы Пресвятой Богородицы для Симбирского края, для нашей земли, оно особенное, так как это одна из самых почитаемых святынь нашего края. И, конечно, мы все христиане с особым трепетом относимся к Пресвятой Богородице и своими молитвами стараемся к Пресвятой Богородице все время обратиться, попросить ее матернего заступления, предстательства перед Господом. И, конечно, образ Жадовской иконы Пресвятой Богородицы, так как находится он в нашем крае, назван в честь поселения нашего края, для жителей Симбирской губернии всегда был и остается по сей день особо почитаемым, можно сказать, родным. И сейчас икона традиционно уже много-много лет путешествует по всему нашему краю, по всей области, и в данный момент находится в городе. В городе обычно в каждом храме встречают, торжественно встречают этот образ, и все стремятся к нему прийти и поклониться. Казалось бы, Казанская икона Пресвятой Богородицы, во-первых, находится в каждом храме. А Жадовская находится вроде бы и не так далеко от нас, и у многих есть возможность доехать до монастыря, приложиться к ней, помолиться Пресвятой Богородице. Но ведь у многих этой возможности нет. И, конечно, такой крестный ход, пусть он и по большей степени автомобильный крестный ход, потому что икону перевозят из села в село, но тем не менее весь край наш, всю нашу родную землю обходит Пресвятая Богородица и оберегает нас всех от бед и напастей. Очень много чудес различных бывало и есть с людьми. Много свидетельств об этом, сложно, наверное, как-то вкратце рассказать в рамках программы, но я думаю, что у православных верующих Симбирской земли, у каждого есть своя история, связанная с Пресвятой Богородицей и с чудотворной Казанской Жадовской иконой. Отец Роман, наверное, за где будет находиться икона, можно посмотреть на сайте, да, Симбирской епархии, там расписание полностью. Да, расписание, да? Полностью пребывания во всех храмах города по часовой, то есть со скольки до скольки икона будет пребывать в каждом храме и куда она впоследствии тоже отправится по населенным пунктам, всегда тоже предупреждают заранее. Поэтому думаю, что проблемы какой-то не должно быть у прихожан наших храмов с тем, чтобы узнать, где находится сейчас святыня. Также в газете «Православный Симбирск» была размещена информация. Ну и всегда можно позвонить в ближайший храм, спросить, когда прибывает туда икона Пресвятой Богородицы. Спасибо. Но в июне в Ульяновск прибудут еще две святыни. Вот о них расскажите, пожалуйста, когда они будут в Ульяновске? Да, у нас большой, достаточно такой торжественный июнь выдался на пребывание святынь в Симбирской земле. Сначала, конечно, это наша Казанская Жадовская икона. Затем в рамках программы синодального молодежного отдела нам в Ульяновск прибывает ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Прибывает он к нам 18 июня и до 24 июня будет пребывать в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Пояс Пресвятой Богородицы
это одна из трех сохранившихся святынь, свидетельствующих о самой жизни Пресвятой Богородицы. По преданию, пояс Пресвятой Богородицы – это тот пояс, который она сама соткала из верблюжьей шерсти. И по преданию же мы знаем, что святой апостол Фома находился с проповедью во время успения Пресвятой Богородицы и не смог присутствовать на ее погребении, о чем он сильно скорбел, придя потом уже к гробу Пресвятой Богородицы, а Пресвятая Богородица была взята Господом на небо. Он со слезами возмолился о том, что никакого видимого свидетельства милости к нему от Пресвятой Богородицы он не получил, не проводил ее. И Богородица явилась к нему и отдала ему вот эту самый пояс из верблюжьей шерсти, который в свое время она же и соткала. Дальше этот пояс пребывал очень долгое время в специальном ковчеге, закрытом до императора Льва, который уже на рубеже 9-10 века вскрыл ковчег, потому что у него тяжело болела супруга Зоя. Она была одержима нечистым духом, то есть была бесноватой. И было явление, что именно посредством молитвы ко Пресвятой Богородице и приложением к ее честному поясу она получит исцеление. И Константинопольский патриарх Ефимий сотворил молитву, приложил пояс Богородицы к страждущей женщине, и она получила исцеление. После чего пояс Пресвятой Богородицы так очень обильно украсили и опять запечатали. Но через совсем небольшое время уже распространили пояс Пресвятой Богородицы, так как почитание о нем узнали, и почитание его распространилось по всей земле, распространили его тоже во многие другие церкви, разделив его на некоторые части. В том числе какие-то части пояса Пресвятой Богородицы попали и к нам, в Российскую империю. И вот нам в Симбирске, в Ульяновске, Божьей милостью будет возможность приложиться к этой великой святыне, к видимому такому свидетельству жизни Пресвятой Богородицы и милости к людям. Как и утешение когда-то она послала апостолу Фоме, так и утешение она посылает до сих пор каждому, кто взывает в своих молитвах к ней. И особенно перед Пресвятой Богородицей молятся женщины, и пояс Пресвятой Богородицы считается одной из самых великих святынь, которая помогает тем женщинам, которые просят у нее телесного здоровья для того, чтобы родить здоровых, хороших детей, быть хорошей мамой, уметь и по своему здоровью иметь возможность и уметь должным образом любить своих чад. Это, наверное, и есть некоторая основа, такая просьба к Пресвятой Богородице у наших прихожанок. Ну и, конечно, и многие мужчины приходят к поясу Пресвятой Богородицы, так как многие исцеления действительно получают, когда берут такие, обычно освещаются небольшие пояски около раки с частицей пояса Богородицы, и каждый молящийся этот поясок себе забирает, обычно повязывает на какое-то больное место. Очень много действительно исцелений. Поверь вашей, да будет вам. И много исцелений произошло и от
пояса Пресвятой Богородицы и вообще от молитв к этой нашей небесной заступнице. А следом у нас во время пребывания пояса пребывает еще одна казанская икона Божьей Матери. Казанская икона, которая по предположению искусствоведов была написана примерно в конце XVI века, 1580-х годах. Эта икона явилась для всех нас некоторым образом Великой Победы, потому что именно этот образ в 1611-12 годах был в рядах русского ополчения Минина и Пожарского, и именно этим образом, перед этим образом молились, этим образом благословляли воинов на ратный подвиг, и потом этот образ Казанской иконы Божьей Матери был помещен в новопостроенный Казанский собор на Красной площади, и до революции он там пребывал, хранился. Потом казалось, что он был утерян. Мы знаем, что и казанский образ Пресвятой Богородицы, первообраз, тоже у него такая достаточно сложная история. Но милостью Божией святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обрел этот образ. И вот сейчас он отправляется уже в рамках другого очень важного молитвенного дела, когда мы совершаем так называемый всероссийский крестный ход с молитвой о победе. Мы молимся о том, чтобы Господь по молитвам Пресвятой Богородицы, по милости к нам, грешным, спас как можно больше людей от различных бед и напастей. Молимся о том, чтобы Господь управил ситуацию по своему разумению и сделал для нас всех общую такую истинную радость. А казанский образ Пресвятой Богородицы, как и когда-то давно защитивший русскую землю от интервентов, и сейчас вновь оберегает нашу землю, оберегает наших близких, дает нам прежде всего душевные силы для того, чтобы преодолевать те трудности, которые возникают у нас в нынешней сложной, непростой ситуации. И мы надеемся, что по нашим молитвам, по нашему усердию Господь отведет от нас любую беду. И, конечно, призываем всех к особой молитве. Казанская икона Пресвятой Богородицы прибывает к нам 23 июня. Это День Святой Троицы. Прибывает утром перед началом Божественной Литургии. Затем образ Казанской иконы Божьей Матери до 24 числа, до 19 часов, будет пребывать в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Вместе потом две святыни покинут наш город и отправятся уже в другие области для того, чтобы верующие там могли тоже поклониться. Еще у нас особое время сейчас, ведь большие праздники, это кафедральный наш собор отмечает престольный праздник 13 июня, 23 числа День Святой Троицы, у нас в соборе в это время будет пребывать две великие святыни, и, конечно, каждого православного верующего нашей области хочется призвать к особой молитве. Не всегда у нас есть возможность посетить святыни где-то. Но тут, когда святыня прибывает к нам, оправданий каких-то быть уже не может. Мы должны помочь и тем, кто не имеет физической возможности самостоятельно добраться до того, чтобы приложиться к святыне, помочь им и сподвигнуть своих близких, знакомых, соседей, друзей к тому, чтобы они пришли помолиться. Помолиться и о себе, и о наших воинах, и о нашем Отечестве,
и о всех тех людях, которые всем сердцем стараются жить правильно, по-христиански. Спасибо, отец Роман. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания.